Всем привет, вы на канале про игрушки. Сегодня на обзоре у нас вот такой вот джип. Он инерционный, у него задний привод, выполнен полностью из пластика и имеет резиновые колеса. Также у него есть 4 функциональных кнопки музыкальных. Сейчас я нажму на них по очереди, вы послушайте, как он звучит. Это задний ход. Неплохой джип, он довольно крепкий, мне понравилось качество пластика, ну и его лояльная цена. Купить такой джип можно в нашей инсте, ссылка в описании. Ну а если будут какие-то дополнительные вопросы по нему, с удовольствием пишите в комментариях, мы оперативно на них ответим. Всем спасибо за просмотр, всем пока.